Каждый день, собираясь на работу, мы думаем о том, как же нам замаскировать синячки под глазами. В этом нам поможет такое средство, как консилер. Консилер – это маскирующее средство. Он помогает придать коже вокруг глаз идеальный вид. Как правило, содержит в себе увлажняющие компоненты и является гипоаллергенным. Как же правильно подобрать оттенок консилера? Как правило, консилеры выпускаются в натуральных оттенках – от светлого до темного. Вы просто подбираете близкий к вашему тону лица оттенок, либо чуть светлее. Консилер также может быть со светоотражающими частичками. Это придает взгляду свежесть. Консилер может быть с легким оттенком персикового, желтого или розового. Самым универсальным оттенком консилера считается нежно-розовый. Консилер может выглядеть по-разному. В виде карандаша, палетки, либо стеклянной баночки или тубе. Наносить консилер лучше после использования тонального средства, точечно в область синячка, а затем растушевать. Не забудьте при покупке консилера в магазине попробовать его на своем лице и посмотреть, как он будет выглядеть при разном освещении. Только после этого приобретайте его. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Будьте красивы!